Артистка, которая сейчас пришла вас поздравить и всех нас порадовать своим искусством, своим обаянием, своей красотой, а это тоже часть таланта. На сцену Государственного центрального концертного зала России выходит не первый раз, но в качестве солистки, артистки, которая сама поет свои песни впервые. А поэтому еще одна просьба. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как она поет, как светятся ее глаза, как звучит ее голос. Потому что все это дарит радость, когда это видишь и слышишь. Мне уже приходилось ее представлять. Сегодня рад, что делаю это снова. Надеюсь, и вам понравится ее выступление. Надеюсь, и она сегодня порадует всех вас. Она лауреат, обладатель гран-при международного конкурса эстрадной песни «Южные ночи», который проводится в Геленджике. Сегодня для вас поет Наталья Потеева. Прошу, пожалуйста.